Интересно, туда пройти можно? Везде идет реконструкция, но мы пытаемся пройти. И я так. Хожу, блин, папарацци. Какая красота. Но я аккуратненько, очень тихо. Можно кругом-то обойти. Они еще строители. Там кладбище. Иду аккуратненько теперь выход по найти. Там люди работают, решил обратно тем же путем пойти. Там тоже кладбище. Но реставрируют, это ж так здорово. Пять часов уже. Это часовенько, наверное. Но их тут, видите, несколько. Внутрь уж не буду заходить, но все равно красиво. Все. Уходим. Реставрации много, это хорошо. Это хорошо, когда реставрация идет. Молодцы.
Надо будет в гугле почитать про это место. Потому что я-то сюда спонтанно сейчас приехала. Смотрите, как красиво. Пойдемте-ка вон туда сходим. Как-то, знаете, хорошо здесь. Сейчас тетенька на встречу шла. Идет, улыбается. Я ей тоже улыбаюсь. Там вид, наверное, шикарный. Это недалеко от моего места. Я, в принципе, часто проезжаю. Поэтому сегодня решила здесь остановиться. Тут страусы рядом. Это вам показываю вам. Сама смотрю и вам показываю. Такая плиточка. А тут еще нет плиточки. Не знаю, это келья, что это. Монастырь здесь какой-то был. Видите, такие маленькие дверцы, маленькие окошки. Во, вот тут вид шикарный. Все, теперь точно уходим. Уходим смотреть в гугле, что же это за место такое. Все, девочки, мальчики, со всеми прощаюсь. Такое видео.